Приготовиться, газы. По команде «надеть противогаз» по нормативу за 7 секунд может не каждый, но только не эти ребята. Их рекорд – 4 секунды. Сегодня для них сотрудники службы спасения провели обучающий урок правил безопасности. Нам сегодня рассказывали про то, как правильно надо одевать противогаз, и про то, что нужно делать, если ты упал под лед. Надо пытаться выбраться из воды, из льда, ползком карабкаться, но не делая резких движений, чтобы лед не пошел дальше трескаться. Если ты выкарабкался и нету рядом жилых домов, куда нельзя постучаться, чтобы согреться, то можно обваляться в снегу, чтобы сохранить тепло. Каждую неделю спасатели проводят профилактические занятия в школах, учат, как вести себя при пожаре и актуальной проблеме осеннего и зимнего сезонов, правилам нахождения на льду. Как бы такой сезон, что на водах у нас на реках встает лед, это для того, чтобы предотвратить проваливание детей под лед. После этих бесед дети для себя что-то усваивают и уже осторожнее выходят, если... Есть такая необходимость, что осторожно идут на лед. Предупрежден, значит вооружен. В планах у спасательной группы провести еще не один такой урок в школах Улан-Удэ. Елена Краснопеева, Валерия Каратуева, Александр Лупсанов. Новости дня.